В регионе начался строительный сезон. В 5 муниципалитетах приступили к реализации проекта в рамках формирования комфортной городской среды. Первые объекты, за которые проголосовали сами жители, благоустроят в Белгороде, Чернянке, Алексеевке, Новомосколе и в Ракитном. Об этом в своем традиционном утреннем посте рассказал Вячеслав Гладков. В Чернянке будет благоустроен сквер «Упальник скорбящая мать», а в Новомосколе – центральный парк. Будут построены сухие фонтаны, большое количество различных качелей и других активностей, которые позволили бы жителям наших населенных пунктов почувствовать по-другому, получить более лучший комфорт во время отдыха, прогулок, занятий спортом и других активностей на свежем воздухе. Надеюсь, что все проекты в этом году реализуем. И, конечно, будем проводить приемку только в рамках общественных слушаний. Собирать людей, которые голосовали, и смотреть вместе, принимать у строителей качество работы.